Доброго времени суток, подписчики, уважаемые, кто читает, смотрит меня. Очень популярна в последнее время начала такая тема. Многих интересует, как вот уехать в деревню и начать некий свой бизнес. Я хочу вам немножко рассказать о том, как можно в деревне вот сразу переехать и начать зарабатывать. Сколько нужно для этого, вообще какие нужны для этого деньги. Там многие ссылаются на Германа Стерлингова, да, говоря о том, что вот для этого нужны некие миллионы, миллиарды, чтобы построить там свои какие-то громадные фермы, хранилища, усадебные дома и подобное. Я не буду вдаваться в такие глубокие миллиардные затраты. Я расскажу вам о том, на чем можно заработать вот буквально с любой весны. Приехать весну в деревню и заработать. Домик у нас, возьму за пример Беларусь. Вот, у нас в Беларуси, чтобы поехать в деревню, от вас особо ничего не нужно. Вы можете приехать в деревню и взять любой бросовый дом. Бросовый дом, вот у меня моя пасека находится в бросовом доме, да, то есть остался мехутор. Достаточно просто написать заявление в сельсовете, что вы будете заниматься этим домом. То есть обслуживать его, обкашивать, обкрашивать. И для этого вам не нужно будет, ну, если вы не хотите там прописаться, вот, просто хотите заниматься каким-то хорошим делом, хозяйством, вы просто возьмете это здание и будете его обслуживать. За это не нужно ничего будет платить, просто нужно вести там какое-то хозяйство под присмотром здания. Далее, что вы можете сделать? Предположим, вы взяли за идею переехать в деревню, это у вас, ну, ранняя весна. Итак, с марта вы можете заняться очень простой работой. Взять и заниматься курами, чтобы куры у вас несли яйца. Для этого вам понадобится для начала, предположим, вы приехали в деревню, хозяева какие-то договорились, вот нашли бросовый дом, договорились с ними, там, заплатили им там $100, примерно. Вот у нас начальный взнос это $100. Я вообще считаю, что $500 хватит любому начинающему фермеру для того, чтобы начать свой успешный доходный бизнес. Итак, что нам нужно? Нам нужно купить хотя бы 50 кур. Да? Для самого начала нам хватит 50 кур. Далее. Этих 50 кур, что мы потратим? Это мы потратим по 5 рублей. В среднем курица несушка стоит, которая будет нестись 5 рублей в белорусских. Вам понадобится всего 250 рублей. Далее, что вам нужно еще? Для того, чтобы прокормить курицу, ну, конечно, у вас будет в каком-то и свободном хождении в деревне, потому что в деревне там нет никого, можете их упускать, ходить. Ну, и также, чтобы они постоянно не несли яйца, вам необходимо будет 50 грамм ячменя. Чтобы купить ячмень, зайдите на сайт, любой сайт в интернете, пускай это будет либо Купорт, не буду делать рекламу. И посмотрите, сколько стоит зерно. Зерно сейчас ячменя стоит 10 рублей белорусских за мешок, а это 30 килограмм. То есть зайдите и посмотрите. Чтобы прокормить 50 кур, вам необходимо в месяц 2,5 мешка зерна. Ну, я взял уже за максимальное количество. Ну, 50, да, вам этого хватит. 2,5 мешков зерна вам хватит, чтобы прокормить ваших кур на яйцо. Подсчитано, что в среднем одна курица несушка. Подсчитано не какими-то научными деятелями, а именно хозяевами, что в среднем не курица несушка, а именно 3 курицы несушки в сутки несут 2 яйца. Ну, это средний такой расчет. Где-то 600 яиц в месяц. 600 яиц в месяц. Это у нас... получается 60 десятков, да? 60 десятков. Сейчас один десяток куриного домашнего яйца, не путайте никогда с магазинным, который химический, который на антибиотиках, на разной химии. Сейчас у нас люди тоже это понимают, хоть это и Беларусь, но у нас очень много всякой дряни тоже продают в магазинах. Сейчас одно десяток куриного яйца стоит 3 рубля. Ну, кто продает 3, кто 4, кто 5, ну, мы возьмем за 3 рубля. А именно, следовательно, за 600 яиц мы можем продать с вами за 180 рублей. Но вы скажете, интересно, потратили 300 рублей на старте, получается, грубо говоря, что такое 300 рублей? То есть 250 рублей вы потратили за кур и за 50 рублей еще купили 5 мешков зерна, которого хватит у вас на 2 месяца. Интересно, вы потратили на 2 месяца, купили зерна, купили кур, потратили 300 рублей. А здесь зарабатываем только
108, правильно, но это за месяц. А вы же зерна купили на 2 месяца. За 2 месяца вы заработаете у нас 360 рублей. То есть ваш бизнес-проект окупается через полтора месяца. Естественно, как любой бизнес должен окупиться. То есть вы уже окупили, будем говорить так, предположим, ваш бизнес. Хотя, если вы еще и кур продадите этих обратно, то есть вы еще деньги заработаете. Но вы не будете продавать, потому что весь бизнес-проект это заточен на что? На 9 месяцев. А именно, начинаем мы с марта и заканчиваем в ноябре. Зимой куры несутся хуже. Можно продолжать, но это уже по желанию. Но сам бизнес-проект рассчитан на 9 месяцев. Итак, за 9 месяцев вы заработаете общую сумму на яйцах 1620 рублей. Из этого мы вычитаем 25 рублей ежемесячно на закупку зерна. Вы же будете его закупать официально, не где-то в колхозе там за какие-то договоренности, а именно официально на рынке, в магазине, в интернете. 225 рублей вы потратите на закупку зерна. На старые деньги это 2 миллиона 250 тысяч. Итак, вычитаем от 1620 рублей 225 рублей и получаем 1395 рублей. Предположим, что вы не можете продавать эти яйца там у себя на хуторе, вам нужно в ближайший населенный пункт доехать на общественном транспорте, то есть какой-то сельский автобус, который ходит. Для того, чтобы добраться до райцентра, 30 километров от любой точки района, 40, вам понадобится 1 рубль белорусский, то есть 10 тысяч старым деньгам. И вернуться обратно. Это 2 рубля вам в неделю понадобится, чтобы добраться до райцентра и оттуда вернуться обратно. Это опять у нас 72 рубля. Ну, предположим, там какие-то еще затраты, ну, пускай эти вот 95 рублей в месяц потратите на то, чтобы добраться вам в райцентр и обратно и продать ваши яйца. Итого, 1395 рублей мы отнимаем с вами 95 рублей. И получаем 1300 рублей. Это чистый доход за 9 месяцев всего с 50 кур. Либо это в эквиваленте к доллару по нынешнему курсу. Это 650 долларов. Итак, вложили в проект вы 150 долларов, заработали 650 долларов чистыми деньгами, при том, что у вас остались еще и куры. Я думаю, что кто мешает вам купить 100 кур или 150 кур, это все реально. Как видите, я не где-то сижу в кабинете там или в квартире за компьютером и снимаю вам этот ролик. Вот я вам показываю кролика, который меня вон успешно кушает зернышки, купленные в тем же рынке. Поэтому я вам показываю тут реальный проект, который может принести вам реальные деньги. Поэтому все, кто будет писать комментарии злостные, что это нереально, что это невозможно, вы прежде всего пеняйте на себя. Потому что под лежачий камень, как известно, вода не течет. И чтобы зарабатывать что-то, нужно работать. Поэтому если вы возьмете 100 курей, а это в принципе реально 100 курей, содержать одному человеку без помощников, без подсобников, то за этих 9 месяцев заработаете ни много ни мало 1300 долларов. То есть, ну, я думаю, что этого достаточно вам, чтобы купить потом козу. Козу я покажу вам в следующем видео. У меня уже их две. Купить козу, завести пчел, завести и так далее, далее развиваться в вашем сельском хозяйстве. Как видите, для того, чтобы заниматься бизнесом в деревне, не нужны большие капитал вложения. Ну, конечно, нужны ваше время и труд. Но для, опять же, для тех 100 курей вам не придется там горбатиться по 8 часов в сутки. Вам достаточно будет их утром выпустить или принести им корм, потратить какое-то время, полчаса, там, 40 минут, и вечером запустить. Хотя в этот промежуток времени, опять же, днем вы можете заниматься хотя бы даже теми же пчелами, которых можно поймать. Как поймать пчел, я расскажу в следующих своих видео. Возможно, конечно, это будет уже весной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Можете, конечно, ставить дизлайки. До скорой встречи.